на что? Дача, речка, отдых, правда? Да, да, бассейн. Вот сейчас должна была сыграть девочка на бафлите еще. Ну, она на секундочку отошла. Поэтому мы приглашаем сейчас на сцену Бурлакову. Иди, пожалуйста. Бурлакова Саша, которая тоже была в детском саду в этом, да? Была. И как тебе понравилось? Скажи громко, чтобы они слышали. Ну, да, понравилось, дети понравились. Все понравились. Все понравились. Молодец, девочка моя. И что ты сыграешь нам? Гавот. А что такое гавот, скажи мне? Гавот обязательно надо знать, что мы играем и что будем слушать. Гавот — это вот такой танец. Посмотрите, какой старинный танец. Танцуют красивые, красавицы. Какие-то волшебные, я бы сказала, принцессы. Вот они, гавот. Замечательными своими кавалерами. Знаете, какие красивые платья, какие парики большие, высокие парики. Смотрите, вот такой танец нам сыграет Саша. Правда, у нас принцессы нет, и танцевать никто. А может быть, кто-нибудь хочет танцевать из вас? Тогда подождите минуточку. Сейчас Саша сыграет, а вы прислушайтесь к этой музыке. Если кто-то захочет, мы пригласим танцевать. Да, Саша?